Добрый день, друзья! Продолжаем гулять по фестивалю построения колод. И давайте посмотрим на игру V-Gangsters. Гангстеры и овощи. Добро пожаловать в демо-версию игры V-Gangster. Тут мы получаем контроль над Патом, инспектором Картошечкой. Наша цель — арестовать каждого гангстера, с которым мы столкнемся во время исследования босса, который тянет за ниточки в этой области, а затем также попытаться арестовать его. Это незавершенная версия игры, я могу столкнуться с какими-то сломанными или отсутствующими частями, понятненько. Да, а пока доступен только один регион, Хэндикат. Так, можем пойти сюда, тут какой-то портфельчик. Пойдем сюда, посмотрим, что за портфельчик. Чтобы арестовать врага, мне нужно использовать карты из своей руки. Активация карт происходит, когда я достигаю следующей белой линии. На карты действия. Я буду двигаться быстрее или медленнее в зависимости от скорости карты. В конце цикла я тяну новые карты. Использование некоторых синих карт могут дать мне броню. Это уменьшит входящий урон. Поэтому надо внимательно думать, когда их использовать. В конце цикла вся оставшаяся броня будет утеряна. На обмен что-то будет получено что-то, что даже более полезно. Над врагами я могу увидеть их намерения. Намерения врагов случаются, когда они достигают следующей белой линии на полоске. Они будут двигаться быстрее или медленнее в зависимости от выбранного намерения. Итак, давай надерем. Так, вот они. Можем нанести 5 урона. Можем затаунтить. Так. Так, сейчас меня будут бить. Так, я получил эту вещь, и надо бить. Он будет ускоряться? Да, он будет ускоряться. Так, 8 урона. И если я потрачу 2 улики, я получу ярость. Где брать улики, пока не ясно, а вот видно, какая скорость. Давай 3 сюда. А, он ускоряется, это нехорошо. Но мы сейчас избавимся от одного. Так, эта штука дает нам 3 улики, что позволит потом использовать тебя, наверное. Да, мы получим 4 урона, но... Так, получили 2 брони. Получили улики. А теперь давай посмотрим. Еще раз меня атакует. На 8. Потратили улики. Получили новые карты. Так, он скоро снова будет ходить. Так, нанести ему 7 урона. Надо попытаться. А я успею? Он меня будет бить. Главное понять, как по скорости. Я, наверное, так и так получу урон. Подвое уже с ним разделаемся. Он сейчас не бьет меня, к тому же. Так, выбираем утро. Что хочу? Ложные новости. Получает 3 брони. Плюс... все свои улики. А, 3 брони плюс столько брони, сколько у меня улик. Но я трачу все свои улики. Комбинирован. Могу нанести 9 урона и тратить все свои улики. Либо вот карта тоже 3. В них есть поисковая собака. Получаю 4 улики. Если у меня нет улик, то я получаю 7.
Ну, давай будем получать улики. Может быть, это полезно. Так, я получил новый гаджет. Получает 20 золота, когда я пропускаю награду карты. Окей. Так, можем пойти сюда. Здесь можем, видимо, немножко ускориться. Там получить карту. Здесь что-то. А, ну это, видимо, что у нас откроется потом. Ну давай пойдем сюда. Там что-то синенькое было. Наверху. Так, он будет бить меня на 5. Надо бы это, защищаться. Я защищаюсь перед его атакой. Так, отлично, уменьшили. 125. 5 урона. У меня улик сейчас нету, я могу получить улики. У меня сейчас нет улик, поэтому давай займемся вынюхиванием. Окей. И давай нанесем 8 урона и получим ярость. Каждый стак улучшивает урон, который буду носить. И буду носить дальнейший урон еще больше. Давай так. Так, у меня 100, у него 75. Окей, сейчас он будет меня бить. А я могу бить его на 7. Либо пытаться защититься. Но сейчас защититься от этой атаки явно не успею. Потому что вот я только сходил. Вот, давайте будем его атаковать. Так, он собирается бить меня очень больно. Поэтому надо явно получать броню. Может быть, еще броню. Так, но у меня 6 брони есть. Сейчас он будет меня прилетать. Мне прилетит на 12. Я, наверное, его на 6 ударю. Очень урон дает ему тревожность. Что дает ему тревожность? Получение 18 урона перед завершением цикла отменяет последнее действие. Надо было тогда активно атаковать, но у меня, в принципе, не было столько атак. Давай сейчас, наверное, атакуем. Так, он планирует ускоряться. У меня скорость 125, он сейчас передо мной. Так, у меня есть 5 улик еще. Гулности 8 урона. И... давай так. Так. Отменяет последнее действие у него. Окей. Давай на 7 его еще ударим. Так, теперь немножко броня. Хотя он не успеем его догнать. Ладно. Нападаем 2 раза. Здесь у нас получится. Так, у него скорость больше, чем у меня. Но. Его победили. Кое-как, конечно. Но победили же. И это хорошо. Уверенность. Получаем, вчера обнуляет весь полученный урон. Я теряю один стак, да, получаю урон. Либо возвернуться в кокон, получу 7 брони. Ну, давай уверенность возьмем. Так, моя скорость немножко увеличилась. Наверное, хочу увеличить здоровье. Здесь что-то интересное. Давай пойдем сюда. Может, здесь не надо ни с кем сражаться. А ты-то инспектор. А ты-то инспектор. А большой парень, который также является картошкой. Что за ерунда? А ты-то инспектор. Такой большой, мощный, такой любопытный, смелый. И... знаешь, можем получить 20 золота. Убираться отсюда, давай. Получим немножко золота. Можем еще у него золото получить, но есть шанс, что мы будем сражаться, поэтому давай убираться отсюда. Все, немножко золота получим. А... извините. Только что было 30.
Почему у меня сатане 20? Это странно. Это странно, но пойдемте получим немножко здоровья. Если я правильно понимаю, как это все работает. Так, и надо бить. И защищаться. Давайте просто защищаться. Я защищаюсь на 4, это хорошо. Так, больше сейчас не надо, можно бить. Бью тебя. Тебя быстрее побить можно. Так, получить улики. Или защищаться? Защищаться не надо, улики получим. Окей, новые карты. 8 урона. Плюс впадаем в ярость. Отлично. То, что надо. Вот тут защищается и ускоряется. Это, может, неприятно. Но он не сходит, да? Да, он не сходит. Отлично. Он собирается ускоряться, но... Мы можем разыграть так. И теперь давай разыграем уверенность. Я не знаю, что он делает. Он призвал друга. Ах, он редиска. Так, у нас, конечно, есть уверенность. Но то, что он так сделал, это нехорошо. Так, я здесь. Их двое. И они разделены во времени. Это неприятно. Ладно, давай пробуем бить тебя. Ведь этого урона недостаточно. Ладно. Попробуем тебя еще раз ударить. В принципе, твой урон мы нивелируем. Но потом будешь бить ты же. Ладно. Я думаю, как-нибудь расправимся. Так, нет. 4 брони. Ну давай получим 4 брони. Вдруг он захочет атаковать? Он захочет атаковать. Окей. Нет, у нас 4 брони, похоже. Хочет 4 брони сейчас. Давай пробуем. Так, 4 брони. Он меня атакует на 3. Так, а я 8 урона ему нашел. И в конце цикла у него исчезла броня. Вот так вот. Давай его добьем. О, броню получил. Спасет ли от тебя? Спасло. Ладно. Я тебя еще раз атакую. Получаем новую карту. Эй, иди-ка сюда. Это 13 урона, но... Если я получу урон, я не смогу нанести 13 урона. Могу медитировать. Либо могу 3 урона. Если разыгрываю карту. Если противник побежден от этих 3 урона, я получу 12 улик. Дай пробую тебя. Потом возьмем карту, которая тулик. Так, нам немножко вычли здоровья. Совсем чуть. Куда можем пойти? Можем пойти в магазин за 15. Это должно быть на самом деле 35 монет. Бу. Ну, давай посмотрим, что можем делать за 15 монет. Скорее всего, ничего. А. Ну да. Нельзя же так просто. Надо сражаться. Начнем с заднего. Так, он ускоряется и собирается меня бить. Получает это, дает ему броню, да? Так, вот так его не пробью. Но хочу получить сам броню. Успею? Не успел. Ладно, я получил успеть 4, но оно у нас с меня слетело.
Что неприятно. Ой, я какую-то вазу соберу. Что забавно. Значит, получу 4 урона от перчика. Но перчика я добью. Так, эта ваза, кстати, почти собралась. Так, ну, получу единичку урона от редисоньки. Так, я что тут собрал? Так, получить символик или пытаться защититься? Смысл мне пытаться защититься, если он меня сейчас ударит. Так, иначе. Ну и получим улики. Я все равно не смогу опередить. Хотя это спасло меня от получения 2 урона. Ладно, нанесем 5 урона здесь. Оп, перегоняем. Так, или... Давай так. Он будет там защищаться и потом меня возможно бить. А так у нас есть броня. Так, я получу гнев, когда полностью заполню эту полоску. Так, он излечился. Так, я, наверное, не успею защититься. Но попробуй-то стоит. Давай-давай. Нет, не успели. Вот здесь броню разыгрывать нет смысла. Может, она с меня спадет, даже если бы была. А у меня есть 4 брони. Поэтому давай так. Начнем тебя немножко урона. Хорошо, что мы до этого броню разыграли. Так, хронический гнев. Обгоняем. Отлично, до этого комнату получить броню. Нанесли урон. Так, у нас 5 улик. Мы можем снести ему еще 8. Давай. Ну, точно получил броню. И собирается меня бить. И давай его еще раз ударим. Он излечился. Так, я не успею разыграть эту карту. Но, может быть, я смогу получить больше брони. Давай. Оп, успели. Отлично. Урон мы не получаем. Ему урон наносим. Очень непривычная система. Со всем вот этим. Это у вас тут еще собирается. Дает нам 2 брони, когда мы проходим мимо нее. Так, можем разыграть хронический гнев и тебя заточить. Давай так и сделаем. А, только у него броня есть. Ладно, тогда придется вот так вот делать. Я могу попросить награду получить больше монет. Давай так и сделаем. У меня был бы все равно 20 монет больше. Еще 77 монет. А, это просто получение монет. Я думал, это магазин. Но нет, это возможность получить монет. Окей. У нас есть 117 монет. А здесь мы снова получаем монеты. Здесь мы, наверное, можем подлечиться. У нас 15 здоровья. Нас не пустят. А, нас пустят подлечиться.
Так, ляг в кровати, это полностью залечит мои раны. До 74. Какие странные звуки у вас были, ребят. Это же был массаж, да? Пусть это был массаж. Так, пойдем сюда. Возможно, здесь мы сможем улучшить карты. Карта Фиози, да. Карта Фиози. Так. Ты кто? Амар. Амар, Пауль и Ульрик. Давай бить тебя. Бунк. И мы сейчас можем от одного из них избавиться. Или не можем, потому что почему-то не получили ярость. Но мы все равно от него избавимся. Он все равно получил броню, но его это не спасло. Ага, он получил шапку от него. Вау. Чё за... Побеждение трепета дает силу случайному брату. Понятно, они друг другу шапки передают. И усиливают. Значит, я делаю это все неправильно. Значит, надо... А я не успею защититься, да? Ну, хотя бы 4 брони получим. И еще 2 брони получим, проходя отсюда. Вот сюда мы добежать, наверное, не успеем. Давай улики получим. У нас улик нет. А, вот почему мы не получили ярость. Потому что нам, чтобы получить ярость, нужны улики. И неприятные братья. Так, плюс мы можем взять уверенность, чтобы игнорировать один урон. Мы уверенность получили им только сейчас. 5 урона. Давай защиту. У него атака растет. Это очень неприятно. Надо как-то с ним расправляться. То мои 4 защиты. Очень сложно. Очень неприятно. Так, вот так у него уменьшилось. Сейчас на меня еще на 10 ударит. Ничего с этим не поделаем. Что с ним делать? Давай так вот, 8 урона. А, он броню получил. Так. А, нет, все-таки я смог его победить, отлично. Так. Тебе-то шапки передали? Вроде нет. Если шапка не передали, то, возможно, у меня есть шанс. Хотя только-только я лечился на все здоровье. Ну, давай разыграем так. Возможно, лечение выходит как в серии GTA. Неофициальное лечение. Так, давай добьем. 3 урона мне. 6 урона тебе. Все, разобрались. Тяжело идет. Очень непривычно, очень сложно расценивать скорость. Что здесь? 8 брони, но теряем 3 здоровья. 4 урона. Можем потратить 3 улики, нанести 2 урона всем. Взять маечку. И до конца битвы дает одну броню, когда я использую карту атаки. Давай маечку возьмем, майку и алкоголичку. Так, и мы улучшили карту. Окей, мы все еще живы, что удивительно. Так, здесь можем улучшить здоровье. А вот это магазин. Вот это магазин. Я думал, там где монетка магазин, но нет. Эй, Пэт, хочешь купить немножко товаров? Могу уничтожить что-то. Могу что-то починить.
помочь приюту. Не очень понятно зачем. Могу я тебе разыграть еще одну майку? Но я полагаю, что я надолго здесь не задержусь. Хотя возьму себе еще одну майку. А все остальные деньги на помощь приюту. Мне все равно недолго осталось. Так, отсюда я могу идти только сюда. Ух, они сразу больно бьют на 11. Может, прямо получить 4 брони? Хотя бы. Потом мы как угличку. Так, мы 4 брони получили. Уже что-то. Еще 4 брони я, наверное, не успею получить. Давайте понадеемся, что успеем. Хотя бы до атаки второго. Да. Успел получить еще 4 брони. Окей, и давай майку как угличку наденем. Могу я найти две майки алкоголички друг на друга? Вообще, наверное, могу. Так, ну вот на ней майка алкоголичка надета. Окей, я буду получать одну броню. Одну броню это маловато. Одна броня это маловато. Эта карта приносит 7 урона вместо стандартных 5. Так, уверенность. Но это очень медленная карта. А ей половина пути идти. У меня скорость 62. Здесь я буду тоже с половиной скоростью идти, я, наверное, не успею. Наверное, не успею. Да, проверим. Вдруг успею. Не успею. Жаль. Ну, хоть следующую атаку проигнорирую. Атака следующая в 5. Вот, пойди и рассчитай. Это чем-то похоже на хейт машин. Только вместо сгенерированных нейросетей утяночек и штучек про Тодда Говарда, тут овощи, джаз и страдания. А где я получаю одну броню, когда использую карту атаки, а? Я не вижу, чтобы у меня была карта брони. Мне кажется, меня где-то обманули. Я пока не могу понять где. Надеем вторую майку. Ну и пробуем еще раз. Вот и карта атаки. Играем сюда. А, ну я какую-то броню получал. Сейчас. А, ну видимо, как только я сыграл, я получаю кусочек брони. 4 брони. Ну давай 4 брони. Она забрала эту броню. Тут кто первый пробегает, забирает, да? Кошмар. Мы получим еще немножко брони. Так. Для гнева нам нужны улики. Улики у нас только здесь есть. Можем тебя просто стукнуть, наверное. Так, вот две брони мы получили, окей. Как эта штука работает. Так, минус перчик. Минус перчик, давай 4 брони. Попробуем получить. Так, плюс 2 брони, плюс 4 брони. О, у нас 8 брони, мы заблокировали. Отлично. Теперь давай получим улики. А, ну у нас не будет хронической ярости. Есть 3 улики. На самом деле, может быть, было хорошо, если бы у нас была вынюхивающая собака, но у нас тогда ее не было. Так, 11 урона. Я могу пробовать заблокировать хотя бы часть. Так, вот она сейчас забрала эти две. Я. Видимо, кто в начале цикла пробегает, когда была собрана, тот и получает бонусную броню. Очень странная механика, я вам скажу. Ну давай 7 урона тебе.
У нее шипы еще. Бу. И как ее побеждать? Когда у нее и броня, и шипы. Кошмар. Ладно, рваемся вперед. Сейчас у нее эти два шипа, считай, спадут. А мы можем получить усиление. Ой-ой-ой, она же планирует меня аж на 13 атаковать. Так, ну давайте 4 брони. Итак, мы будем первым еще эти две брони заберем. Две брони плюс 4. Вот такой вот меня на 13 сейчас. 4 брони еще не успею. 5. Ну давай 5. Но кажется, этот бой я не переживу. Слишком уж серьезный противник. Урона. Так, ну давай броню. Раз. 4 брони. Но этого не хватит. Если разыграю карты атаки, я сразу получу 2 брони. Возможно, этого хватит. Ну давай так, чтобы сразу получить 2 брони. Мы сейчас умру. Атакую ее, я сейчас умру. Хотя у меня сейчас есть 2 брони здесь, но, увы, этого недостаточно. Они сделали пюре из меня. Я лузер. Да. Тут уж по-другому не скажешь. Вот такая у нас странная игра. Очередная странная игра у нас в подборке. Овощи-гангстеры и инспектор Картошка, который пытался их арестовывать. Наверное, если был какой-то показатель при наведении на карту, где буду я, где будут соперники при пополнении карты, так планировать было бы проще. Кажется, я даже видел подобные игры с такой механикой. А сейчас, где надо на глаз планировать, это все сложно. Ну а мы давайте двигаться дальше. Большое спасибо за просмотр и увидимся совсем скоро.